Ну, во-первых, хочется сказать до игры, что случилось. Приехали на автобусе, нас надо встречать, нас не встречают. Нам говорят задом ехать, потом нам говорят, Динамо приезжает, надо 3 минуты подождать. Я считаю, это неправильно, не солидно, это не красит клуб Динамо. Я отношусь к клубу с уважением, я в нем начинал играть, я забил там первый гол свой. Очень по-доброму отношусь и к болельщикам, и к... ну так нельзя. Так встречать команду в полуфинале нельзя. А если бы Лига Чемпионов была, не то, что так команду Лигу Чемпионов встретили. Надо уважать соперника. Это я считаю не проявление, а проявление неуважения. Что касается футбола. У Динамо, у команды очень было много моментов. Могли больше реализовать и забить больше мячей. К сожалению, то, что хотели, сказалось усталость, наверное, сказалось искусственное поле, переход, потому что с Анелем на искусственном поле тренируемся, играем, готовились. А здесь немножко другой отскок, поэтому немножко было тяжеловато нам, особенно первый тайм. Второй тайм все-таки раскрепостились уже и строились, даже начали перехватывать инициативу, ну и курьезный гол, психологически уже было тяжело, потом еще курьезное удаление. К сожалению, сложилось, как сложилось. Проиграли игру. Хочется поздравить команду «Динамо» с победой и с выходом. Спасибо большое. Коллеги, вопросы? Пожалуйста. Добрый вечер. «Спартак», несмотря на поражение, хотел поблагодарить вашу команду за достойную игру. Все 92 минуты с интересом наблюдал, честно вам скажу. Первый вопрос у меня такой. 3 замены в перерыве. Все-таки что больше? Желание переломить хоть матчи или дать игрокам молодым и не очень молодым практику перед большой аудиторией на хорошем стадионе сыграть? Нет, это было именно желание переломить, и мы переломили. Если бы мы остались 11 на 11, я не знаю, как бы было, перестроили схему, не заметил кто-то, но знаю, что... к нам готовятся и зная то, что во втором тайме уже тяжело изменить что-то на поле, при шуме, при каком, а при болельщиках. Мы поменяли схему, это дало свои плоды, мы перехватили инициативу, мы удачно там ударили пару раз, там штанги, планки, вар, все свистнул, смотрел, не смотрел. И второй гол психологически просто повлиял на себя, потому что там не лето было, можно так сказать. Опять-таки же мы растем, футболисты тренируются, футболисты многие еще недавно играли во второй лиге, поэтому, к сожалению, бывают такие ошибки. Нам нужно на этих скоростях переходить уже нашим ребятам, потому что ну, тяжело, когда ты варишься на одних скоростях в одном формате, очень тяжело потом скорость поменять. Но если ты на третьей все время бегаешь, на пятую очень тяжело перейти сразу. Там постепенно нам это надо делать, и ребята в этом плане молодцы, они работают над собой. Сегодня было очень мало стандартов с нашей стороны, потому что мы, получалось, не цеплялись там, не доходили. Но те стандарты вырубили, тоже были опасны, и головой последний мог зайти. Ну так, в целом, ну, хотелось, конечно, сыграть и выиграть. Не получилось. Второй личный вопрос. Петровский парк для вас не чужое место, и за «Динамо» много играли, и с ЦСКА чемпионом становились. Какие-то особые эмоции при выходе на пробку сегодня испытывали? Конечно, все изменилось. Новый стадион, все-таки антураж немножко другой. Я старый стадион, он как-то мне, ну как-то по душе, потому что я все-таки там начинал, молодой был, забил первый гол, я еще раз говорю, я даже помню, как с «Зенита» выходил, забил гол. У меня все время там голова кружилась. Эйфория, что это происходило в стадионе. А так, ну, красивый стадион, побольше таких стадионов, побольше таких играющих команд, как «Динамо», потому что очень тяжело играть сейчас в современный футбол, в атакующий футбол и не пропускать, особенно в нашем чемпионате. Потому что у нас многие команды садятся за линию мяча, отбиваются, 0-0 играют и хлопают в ладошки. А люди приходят с футбола по холоду, да, и вспомнить нечего. Вот, к сожалению, у нас вот эта тенденция, но ну, я думаю, вот такими играми, такими командами, как наши, это все идет, я думаю, и у
нас будет зрелищный футбол, нас могут футболисты играть в хороший зрелищный футбол, показывать результат хороший. Спасибо. Пожалуйста. Спартак, который еще сначала Лига Конец Матч ТВ, можете пояснить, в чем именно Динамо проявил неуважение, то есть в чем ситуация заключалась? То есть вы не могли въехать на стадион задом, потому что это суеверие какое-то или что? А при чем здесь суеверие? Суеверие? Я вообще не суеверный человек. Смотрите, какая вещь. Мы должны были подъехать автобусом, когда всегда бывает. Подъезжаешь и по раздевалку выходишь. Мы подъехали совсем в другое место, нас не встретили. Потом нам сказали, давайте автобусом назад, там надо ехать задом сколько-то времени, когда можно было открыть забор и заехать, просто развернуться. Но по итогу мы-то выразили недовольство и нас развернули. Мы развернулись в том месте, где есть. Почему бы этого сразу, во-первых, не сделать? И потом, когда подъезжали мы уже к въезду, нам сказали, нет, стойте, вы уже опоздали. Динамо едет, через 3 минуты приедет. Нормально это? Как вот я вас спрашиваю, в чем заключается? Нормально это? Как вы думаете? Нормально в полуфинале Кубка России так отнестись? Это уважение? Я думаю, это не уважение, это неправильно. И я сомневаюсь, что это случайно, к сожалению. Поэтому еще раз говорю, это неправильно, это надо убирать. Еще один вопрос по игре. Вот про посыл в атаку вы очень часто говорите, но сегодня вы играли тремя нападающими, которые вообще не возвращались в оборону. В первом тайме Динамо постоянно давил, давил, накрывало. Вот полуфинал Кубка России против Динамо на его поле. Это не тот случай, когда нужно сыграть понадежнее, учитывая то, что Динамо – это команда, которая весной испытывает большие проблемы со скрытием плотной обороны. Судя по тому, как вы говорите, и судя на счет посмотрели, конечно же, это не тот случай. На самом деле, это именно тот случай. Именно тот, просто мы рассчитывали немножко по-другому сыграть. Мы рассчитывали выходить из обороны низом. Мы рассчитывали выходить, и мы знали, как мы до сих пор знаем, как скрывать оборону. Просто мы не исполнили то, что хотим. Всегда у нас мы можем сделать то, что мы запланировали, к сожалению. А что касается игры в обороне и выхода потом в контрасмысл, есть смысл. Динамо может вскрыть любую оборону, и она показывает это по чемпионату. Любой командой, которая она играет, она вскрывает, она имеет патент. Мы хотели сыграть на встречных курсах, мы хотели забить. Но, к сожалению, опять-таки, сегодня даже гол не забили. Это, вот это, я думаю, над этим надо будет еще подумать, почему. По идее, мы могли забить и не один гол. И по игре это то же самое. Мы не забили, не использовали. Пожалуйста, коллега Андрей. Добрый вечер, Спартак. Добрый вечер, Спартак. Ну, я представляю газету «Либеро», перуанскую газету. Кажется, так, с первого взгляда, что Перу очень далеко от России, но на самом деле спортивная семья, она такая, близко живет. И сегодня, благодаря тому, что мне довелось вести репортаж именно для нашей перуанской публики, я от имени моего директора Карлос Салинас, конечно, достойно его приветствия вам и вашей команде. И в Перу тоже есть такая команда, как ваша Алания, называется Мелгар. И вот как раз он говорит, так, эта команда удивила даже нас, потому что дошла до полуфинала Кубка России, а выиграв нынешних чемпионов России «Зенит». Это достойно, это действительно достойно. Конечно, каждый матч имеет свою историю, поэтому не очень расстраивайтесь. Вы растете, и думаю, что в следующем году не просто вы достойно примете участие на Кубке России, но и мы очень бы хотели, я, например, лично хотел бы видеть команду Аланию опять на премьер-лиге. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Бабич Андрей, Спорт24. Вам не показалось, ну вот я когда смотрел матч, мне показалось, что команда перегорела очень сильно, особенно это было видно по первым минутам, когда
там, к 23-й минуте Динамо создало больше моментов, чем Зенит за весь матч 1-4. Вы чувствовали перед матчем какой-то мандраж у ребят, пытались ли их успокоить, или перед матчем все было спокойно, и вы были уверены в том, что все пойдет по вашему сценарию? Я, вы поймите одну вещь, эти ребята, ну, еще не сталкивались с такой ответственностью, с такой психологической нагрузкой, с такой накачкой. Вы поймите одну вещь, играя дома там, с Зенитом, мы играли на искусственном поле, у нас оно как бы, мы на искусственном поле тренируемся, и оно нам привычно, и тут же Зенитом непривычно играть было на натуральном поле. Если бы наша лига была поля натуральные, мы бы готовились на натуральном поле. Нам бы, наверное, более привычнее было. А мы не можем перейти, потому что это очень травматично. Мы решили, что все-таки с листа будем играть эту игру. Почему? Потому что ребята, для нас самое важное, что их здоровье. А потом все это остальное, оно придет. А что касается перегорели, ну, конечно, мы все перегорели. Почему? Потому что, ну, наши ребята не готовы к такой, как сказать, надо же это все тренировать тоже. Ведь если ты сразу попал в такую нехорошую психологию, да, конечно, это же голова. И поэтому вы сами ответили на свой вопрос, почему там 15-20 минут. Здесь искусство тренера донести. Получается, мне тоже надо с этим расти, потому что я, получается, не донес. В любом случае, тренер всегда смотрит на это на все и потом делает анализ. А так, конечно, конечно же, перегорели. И, конечно, с такими нелепыми ошибками, которые они допускали, это, ну, это плохо, короче. Потому что это все от головы, это не от их уровня мастерства и все остальное. Спасибо, коллеги. Вопрос есть еще? Мне хочется еще раз сказать спасибо за победу над «Зенитом». Вы открыли дорогу другим командам в финал. После победы звонили кто-нибудь из клубов, которые вышли в полуфинал? Знаете, мы в финале должны были играть, но мы, к сожалению, проиграли. Поэтому не открывали никому дорогу, мы себе открыли дорогу. Хотим и финал, и все. Это просто футбол. Ну, бывает такое, что команда хочет выиграть, но что-то не получается. А так открыли дорогу. Мы вот сейчас открыли дорогу «Динамо» в финал, потому что они нас выиграли. Так мы никому ничего не открывали. Еще раз говорю, если сравнивать, к сожалению, еще раз говорю, «Аланию» сейчас сравнивают. Вот «Зенит» выиграли, вот открыли дорогу, как вы говорите. Для себя тоже. Мне кажется, это чуть-чуть неправильно. Почему? Потому что хотели мы выиграть «Динамо», и судя по тому счету, который есть, мне нечем апеллировать, да, но у нас был замысел, мы его просто не реализовали, и это бывает. Если бы мы реализовали тот замысел, который был бы, мы бы не проиграли сегодня, точно. К сожалению, не получилось. Хотелось бы еще затронуть тему будущего. У вас молодая перспективная команда, интересные игроки. И многие сейчас волнуют, не растащит ли ваших ключевых игроков, удастся ли вам сохранить эту команду на следующий сезон. Вот у вас сейчас есть понимание, что будет с командой в будущем, особенно учитывая то, что до сих пор не решена проблема со стадионом. И как вообще готовить команду, зная, что стадион в ближайшие несколько лет, скорее всего, не будет готов, и выход в премьер-лигу, по сути, невозможен. Спасибо. Ну, я бы не сказал, что он невозможен. Это же все зависит от людей, которые это принимают решение. Самое главное – спортивный принцип. Что касается людей, которые у нас есть, конечно, мы хотим их сохранить. И, конечно же, мы будем усиливаться, потому что мы видим свои слабые стороны. Мы видим, где нам надо усиливать команду. Потому что мы в формате, та команда, которая сейчас есть у нас, она уже третий год примерно в одном формате. Никто же не задает вопрос, «Динамо» скольких людей взяло, купило или еще что-то, и постоянно кого только не взяло, правильно? Мы в формате, мы в одном своем формате тренируемся, и нам, конечно же, нужны вливания, чтобы команда все-таки росла, потому что когда ты не с кого взять пример, можно так сказать, ты топчешься на одном месте. Вот на данный момент мы, чтобы не топтались, нам нужно будет усилиться, конечно же. Что касается наших амбиций и всего остального, да, мы хотим играть в премьер-лиге, да, мы будем стараться, а все на футбольном поле, говорить можно все, что угодно. Когда мы займем то место, которое нам позволит выйти, тогда и можно будет говорить о стадионах, хотя бы сейчас. Пожалуйста.
Спартак Ардович, добрый вечер. Я бы хотел спросить и про будущее клуба, и про ваше. И, но первый вопрос по поводу, вы сказали, про философию российского футбола. На ваш взгляд, вот вы убрали перед этим полуфиналом несколько команд из РПЛ. Убрали, в принципе, своей игрой. Что мешает в целом РПЛ не быть лигой трусливых автобусов? Почему у нас лига такая несмелая? Это первый момент. А второй момент, сколько у вас денег на будущий сезон? Есть ли возможность построить стадион? Помогают ли Алане владикавказские богачи? И что у вас с контрактом? У нас есть руководители, которые до 2023 года сказали, что в середине уже будет стадион. Опять-таки, что, наверное, им вопрос. Что касается лиги и всего остального, мне кажется, если подискутировать на эту тему, то очень тяжело командам, которые ниже восьмого места, показывать какой-то агрессивный футбол, быстрый футбол, потому что может вот такое произойти, да? И ты один раз такое произойдет, второй раз произойдет, и тренер скажет: мальчик, ну иди, пожалуйста, может кто-нибудь другой потренирует, лучше пусть 0-0 будет, да? И тренер в этом плане заложники этой ситуации. Поэтому надо увеличивать нашу лигу до 18, до 20 команд. Если есть такие команды, если есть инфраструктура, если есть возможность, нужно увеличивать лигу, тем более сейчас в нынешних условиях. Для чего? Чтобы молодые футболисты росли, чтобы они развивались, чтобы команды не боялись играть в атакующий футбол. Потому что у нас очень много специалистов, которые хотели бы играть в этот футбол, но не могут. Мне тоже легко, любому тренеру легко 9 человек за линию мяча поставить и отбиваться. Поверьте мне, это не так тяжело сделать. В обороне всегда как бы проще, если тебя больше, проще закрыть зоны и отменять. Вот в атаке уже выйти, выход со второй на третью фазу. Вот эти тяжелые моменты, они, конечно же, плачевны. Тем более, если у тебя уровень футболистов, например, ну, на данный момент не то. Поэтому их надо тренировать, они должны научиться так агрессивно играть. И мы же не сразу тоже так играли, не сразу в полуфинал кубка попали. Мы постепенно к этому шли. Эта команда была во второй лиге. Посмотрите футболисты, которые у нас сейчас есть. Посмотрите, как они, на каком они уровне какие-то эпизодичные вещи делают. Я не говорю, что они сейчас стабильны. Но посмотрите, как они играют. Им надо отдать большое должное. И поэтому вся команда, как бы, она видна. А ведь это те же люди там год назад. Поэтому также в других командах есть очень много атакующих футболистов, которые могут. Вот почему Динамо тот же там Тюкавин, Захарян, да, пришел иностранный тренер, он их поставил. До него же никто не ставил. А мы все шапками закидываем кого-то. Человек пришел, посмотрите, какая игра, посмотрите, какой антураж на стадионе. Три игры подряд проиграл, и разговоры начались. Так это же неправильно, надо дать работать тренеру. Он на втором месте сейчас и финалист Кубка. Когда Динамо было финалистом и когда они были на втором месте? Ну-ка, задай, ответь на вопрос. Несколько лет назад, когда они играли... А мы его закидываем шапками. Мы его все в прессе, я же читаю, закидали его шапками и сказали, что он проиграл там три игры, вот в частности. А если бы мы еще и хлопнули сегодня? Все. Уволили бы. Ну, Спартак Артурович так говорит, что, знаете, если бы мы, ну, не хлопнули. Зачем же вы не хлопнули? Почему? К сожалению. Почему? К сожалению. Так получилось. Значит, не хватило уровня мастерства для того, чтобы хлопнуть. Хотелось. Да, сколько у вас денег и что у вас с контрактом на будущий сезон? У нас денег, это в смысле у клуба, да. У клуба, но вообще в кармане. У меня в кармане сейчас нет ничего, я специально кошелек не взял, потому что торчит. У вас, наверное, карточка есть. А у клуба, наверное, руководитель, я откуда, я не считаю. Я прошу прощения, Сергей, это, наверное, не совсем по адресу вопрос. Да, ну я думаю, я за деньги. Если у меня спросите, сколько денег, сейчас пока ничего нет. Кошелек оставил. Я желаю, чтобы ситуация изменилась. А по контракту что? По контракту у меня еще один год действует контракт, мы будем обсуждать с руководителями, потому что у нас надо выстраивать план какой-то определенный там, на 3 года, и я хочу выразить свои какие-то свое мнение, и руководители мне что-то скажут, поэтому у нас дискуссия будет. Но насколько вам интересно работать в той ситуации, когда из-за инфраструктурных проблем вы не выходите в РПЛ? Давайте. Но у вас есть желание поработать в РПЛ, допустим, в другом? У меня есть желание работать всегда в Алании первостепенно. Потому что я пришел сюда, мои ребята здесь, с которыми мы идем вместе.
А когда будет конец сезона, и когда мы обсудим с руководителями определенные вещи, когда мы придем к чему-то, тогда это можно будет говорить. Сейчас об этом говорить, я думаю, не стоит. Потому что конец сезона, там уже мы определимся, как что. Спасибо. Коллеги, всем спасибо. На этом. Спасибо. Пару вопросов еще в последний. Вот, все знают, как в Осетии ходит на футбол, и сейчас никто пока не может, как бы, по техническим причинам. Получается, вы играете домашние игры в Грозном, Валерий Викторович играет в Ессентуках, и все-таки есть какая-то перспектива от ваших начальников? Есть, ну, и наши руководители очень... Нет, я имею в виду, вот, когда могут приблизительно... Сказали в 23-м году, 20. Летом, да? Но здесь, поймите, вы правильно подметили, что вот мы команда, которая играет практически, нас очень стали... Ну, все на выезде, все игры. Мы все игры играем на выезде. И представляете, какие футболисты у нас выхолощены. Какие они тяжелые. И мы с искусственного поля. Вы говорите, что нам помешало не выиграть, не хлопнуть. Да многое что помешало. Конечно, многое что. И это в том числе. И еще вопрос. Значит, через 11 дней уже заканчивается РПЛ. А четкого понимания, что будет дальше, нет. Ни в РПЛ, ни в ФНЛ. То есть уходят, муссируются слухи, что лига может быть расширена, что две команды не будут вылетать, а будут играть переходные, а кто должен был переходные, останутся. Если все-таки будет нарушен спортивный принцип, и лига будет расширена, тогда было бы несправедливее, если бы четыре команды, последние из РПЛ, играли бы в стыковые матчи с третьей, шестой командой ФНЛ. Вообще, если честно, ну, не мы принимаем это решение. Нет, я говорю, вот ваше мнение. Ну, судя по тому, как у нас вообще спортивный принцип вообще смотрим, да, тенденцию, например, в том году мы заняли четвертое место, нам даже не сдали сыграть с Уфой, да. А те же команды, которые остаются в РПЛ, не будем называть, я не хочу обижать никого, но они все время борются за одно место, чтобы не вылететь. И у нас какая-то тенденция создалась, что одни в команды не вылететь, а другие команды. И как-то все так спокойно, как-то все без какой-то вот такой, без какого-то нерва. Это же неправильно. Поэтому надо увеличивать, как они примут это решение. Конечно же, я вам сейчас скажу, мы возьмем восьмое место, давайте с восьмым местом сыграть. Нет, должен быть спортивный принцип. Вот в регламенте написано, по спортивному принципу должны сыграть. Решили они сыграть, чтобы 16-е, 15-е место, которое вылетает, сыграло стыки. Ну, никто этого не изменит. Я считаю, что должны команды вылетать и должны залетать, точно так же, мое мнение. Что если две команды, как бы это ни хотелось бы слышать тем людям, которые сейчас там на 14, на 15, на 16 месте, ну, мое мнение, надо вылетать. Ну да, нужно обязательно это все, как бы, чтобы было правильно, чтобы это было спортивным принципом. Чтобы та команда, которая вылетела по спортивному принципу, ставила задачи и заходила еще раз. А те, которые залетели, то же самое, сам турнир, ну, как бы, он меняется. Команды. Это должно быть стимул, да. А если хотели расширить, то расширяйте. И это нужно делать. Вот поймите одну вещь, что сейчас ни вала, ни дело. В целом наш футбол, он стагнация такая, можно так сказать. Потому что 16 команд все время, их мало. И «Зенит» тот же, если взять, «Динамо» тот же. Если здесь команды играют с ними на скорости, на четвертой, и все за линию мяча уходят, то когда они уходят потом в Лигу Чемпионов, в Лигу Европы играть, все, не пропадает, потому что там скорости включают, там начинается прессинг и все. Нам здесь нужно уровень этот поднимать. И нашим футболистам это возможно сделать, просто нужно в атаку играть, нужно агрессивный футбол играть. Тогда мы к нему привыкнем, и в Европе нам будет легче играть. И тому же «Зениту», тому же «Динамо», тем же командам, которые сейчас идут в лидера, им будет легче играть. А так, уровня сопротивления нету здесь. Они весь год вместо 6-7 скорости на 3-й бегают, и потом выходят туда, а там на 7-й люди бегают. Но пока они туда привыкают, они уже вылетают. Надо поднимать уровень так. И надо увеличивать команды в любом случае. В РПЛ. Коллеги, всем спасибо. Спасибо. Спасибо.